Саратов, СГТУ имени Гагарина. С 26 по 28 октября второй Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт». В программе мероприятия торжественное открытие форума, участие ведущих ученых-экологов, химиков, технологов, строителей и транспортников, общественных деятелей и представителей профильных министерств правительства Саратовской области. Всероссийская научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов» с пленарным заседанием и панельными сессиями. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых. Панельная сессия, круглый стол, а также конкурс социальной рекламы «Экоход. Отход. Доход». Все самые актуальные проблемы в сфере утилизации и рециклинга опасных отходов, обеспечение экологической безопасности для населения и окружающей среды, современные методы мониторинга опасных промышленных объектов мы обсудим с 26 по 28 октября в опорном вузе региона СГТУ имени Гагарина. Присоединяйтесь к нам, примите участие. Вместе мы сможем решить важные задачи национального проекта «Экология». Экологический форсайт 2020. Форум, где решается наше будущее.